Ну чё, привет, народ! Привет, Уфа! Вьетнам! Кто там меня ещё смотрит? Наконец-то я добрался до Нурлинска. Короче, стою на льду посреди родного пруда. Светит солнце. Жарко. Становится немного. Вчера, короче, ночью я приехал опять по льду. Другой дороги нету. Ну, вроде не утонул, все нормально. Холоднее, чем в Уфе. И холоднее, чем во Вьетнаме. Ух. Пар, наверное, не видно. Ваня. Вот здесь, короче, я тусю обычно. Во Вьетнаме такого нету. Смотрите, здесь вот. Вьетнам. Вот это, наверное, никогда и в жизни не увидит. Бля, я тоже не вижу. Луночка. С водичкой и с рыбкой внутри. Ну и как обычно, подписывайтесь на мой канал. Вот здесь вот, наверное, вот появится окошечко, кнопочка. И будем рассказывать самые интересные моменты с нашей жизни. Что происходит у нас в России. Скоро поедем в Анапу.